С такой миной только на врага идти. Окей. Тогда у меня такой вопрос. Какова настоящая цель Ордена? И что за тип этот Данте? Не смей требовать ответа от командира! Ты обладаешь силой демона. Назад! Я не хочу тебя калечить. Что скажет Кирия? Калечить? Ты так ничего и не понял. И ты тоже. Я избран совершить следующий шаг эволюции и стать чем-то гораздо большим, чем человек. Я теперь ангел. Нет, Кредо. Ты стал всего лишь демоном. Как командир Святых Рыцарей, я арестую тебя. Такова воля его святейшества. Недооценивай меня! Тебе не уйти! Я уничтожу тебя! Давай, покажи! Думаешь, что уклонишься? Что это? У меня свои причины отступить! Я не закончил! Твоя сила увеличилась. Кирия. Нет, постой. Это не то, что ты думаешь. Почему? Почему ты это сделал? Мы хотели уберечь тебя от страшной правды, Неро. Демон. Ах ты, сволочь! Неро! Не бойся, я пальцем ее не тронул. Пока. Хотя, похоже на то, что твоя привязанность к ней выходит за рамки дружбы. Она тут ни при чем! Отпусти ее! Агнус! Как ты смеешь использовать мою сестру? Это мой бой, и я его закончу. Отпусти ее. Его святейшество предвидел твое поражение и приказал использовать твою сестру. Что? Если она тебе нужна, найди ее и поставь.
скорее, ибо я не ручаюсь за ее судьбу. Его святейшество использовал Кире. Куда он ее забрал? Обратно в штаб? Думаю, что да. Нера, оставим наш бой на потом, пока я не выясню всю правду. Yeah.
Вали! Итак, ты пришел. Что ты сделал с Кирие? Посмотри, выясни сам, если сможешь. Но не думай, что я буду с тобой так же мягок, как в прошлый раз. Если я должен убить тебя, чтобы спасти Кирие, я готов! Это все? Тогда надо тебя убить, чтобы не мучился. Ваше свидетельство. Довольно, Арнус. Иди и готовься к активации. Нет.
унаследовал силу Спарты.